Дорогие зрители, приветствуем вас на нашем канале. Поделитесь своим мнением в комментариях по этому поводу, поставьте лайк, поддержите и подпишитесь на канал. Павел Прилучный не любит делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. С женой Агатой несколько лет назад он расписался тайно, и также тайно бы разошелся, если бы она не вынесла ссор из избы. Больше года Павел встречался с папиной дочкой Мирославой Карпович, но опять же отношения не комментировал. Сейчас же актер начал сам выставлять фото с коллегой по картине в клетке «Зипюр Брутян», чем привел фанатов в замешательство. О девушке известно немного. Зипюр родилась в Москве в феврале 1996 года, сейчас ей 26 лет. По национальности она армянка. Помимо нее в семье воспитывалась старшая сестра Репсима и младший брат Геворга. Отучилась в ШСИ Константина Райкина, играет в театре. В кино у Зипюр пока только 7 ролей, но у молодой девушки все впереди. Впрочем, сейчас актриса довольно популярна, но вовсе не из-за карьерных достижений. Поклонники Прилучного обсуждают роман пары и даже поговаривают, что Павел и Зипюр тайно поженились 12 мая перед путешествием. По информации источников, они расписались в одном из московских ЗАГСов, потому что девушка забеременела. В сети даже появились доказательства в виде документов сомнительного вида. Вся изюминка в том, что еще в апреле Павел снова жил с семьей со своей бывшей супругой, та даже выставляла сторисы из его дома, а тут каких 20 дней и роспись в ЗАГСе с Зипюр. Ходит слух, что невеста беременна и Пашку просто прижала армянская диаспора, пишут в телеграм-каналах. Мирослава Карпович косвенно также подтвердила расставание с Прилучным. К слову, актриса активно лайкает фотографии своего бывшего молодого человека с новой возлюбленной. «Перестаньте терпеть, не переставайте любить», — пишет Мирослава в своем личном блоге, — «начинайте наслаждаться не потом, а сейчас. Пусть это сейчас захватит ваш дух». Впрочем, если поклонники, которые считают, что это всего лишь показуха и пиар, либо Павел пытается отвести внимание фанатов от каких-то более важных изменений в своей жизни. В любом случае, ни сам актер, ни его предполагаемая избранница на слухи пока никак не реагируют. Фолловеры оставляют свои комментарии по поводу этой ситуации в телеграм-каналах. И эту поматросит и бросит. Попал Паша, а карма она такая, окольцевали, армянка взяла в оборот. Прыгал кузнечик, прыгал и допрыгался, вот зачем бы он ей такой сдался? И достоинством своим управлять не может, и жениться его надо заставлять. Как с таким жить-то? Я бы бежала от него, только пятки сверкали, Зипюр Прилучная. Смех, да и только, если это правда, Пашке попандос полный. Живым не разведется. Это вам не Агата. Дурак, конечно, они со всеми мутят, с кем в сериале играли. По очереди. Напомним, что Павел Прилучный прожил в браке с Агатой Муцениеце 9 лет. Они разошлись в период пандемии. У пары подрастает сын Тимофей и дочь.